Конфликт между разработчиками может разделить криптосообщество. Намечается раскол между Джозефом Пуном, разработчиком Lightning Network, директором биржи BitPay Стефаном Пайером и Кристофером Джеффри, разработчиком из стартапа Purse, который недавно опубликовал демо-версию приложения Extension Blocks, которая может увеличить мощность сети, не нарушая ее пластичности. Пун утверждает, что Extension Blocks – это не что иное, как лакмусовый тест на коррупцию в биткоин-сообществе, и добавил, что биткоин как проект обречен на провал без принятия практических решений.